Месяц назад на горячую линию поступил звонок о том, что в поселке Покатиловка Харьковской области умерла старая женщина, и у нее в доме осталось 7 собак. Этих собак спустя 2 недели обнаружила дальняя родственница бабули. Соответственно, к нам обратились, чтобы мы помогли решить вопрос с этими животными. Когда мы прибыли на место, мы обнаружили истощенных, испуганных собак. Их было 7. Мальчики и девочки, все были в ужасном состоянии, некоторые были с признаками дерматологических заболеваний, некоторые были просто истощены. Когда мы забрали животных, мы их везли в ветеринарную клинику, в ветклинике врачи сделали осмотр. У некоторых собак были старые давние травмы, например, как у этого песика, у него нет одного глазика. Вот. Вес всех собак был гораздо ниже нормы. Были проблемы с когтями, они были очень длинные, в запущенном состоянии, были блохи, паразиты и так далее. Я хочу выразить большую благодарность, я расстроена, поэтому без слез не могу сказать. Дай Бог вам всем здоровья, чтобы вы добрым делом таким занимаетесь. Животных мы разместили в своем реабилитационном центре «Добрый дом» на выхаживание. Спустя месяц, как мы видим, у нас собаки набрали хорошо вес, стали социализироваться и приходить в себя.